Всем хай! У микрофона Элай. Друзья, у нас новинка на канале, игрушка под названием Grow Up. А мы будем играть с вами за этого роботика красненького, который сейчас сидит как маленький ребеночек и рисует что-то для своей мамули. Давайте зайдем в настройки, я быстро гляну, что здесь у нас есть. Выше... да, хорошо. Что там в камере? Чувствительность. Так, а субтитры? Что-то я не заметил. Немножко уменьшим громкость музыки. Выше высшего некуда. Полный экран. Да, все нормально. Не нашел я, к сожалению, настроек для субтитров. Ну, я надеюсь, они здесь будут, потому что вроде как русский язык здесь присутствует. В первую версию я не играл, она называлась Grow Home. А, в общем, смысл такой. Мы отправляемся с вами на Луну и будем там управлять вот этим маленьким роботиком Бадом. Потому что его корабль-мамка разбился. Ботаническая экспедиция. Исследование и вторичное использование любопытных форм жизни. День первый или 1803? Так, тут кто-то играет в крестики-нолики. Мама Бад. Мама победила Бада 12096 раз. Хочешь сыграть еще раз, Бад? Да, конечно, мамка. Бад всегда хотел бы сыграть с мамкой. Можем поиграть в прятки. Правда, тут негде прятаться. Внимание. Оу! Мы входим в астероидное облако. Фак, и что делать? Мы можем как-то управлять? Нет, удерживайте кнопку Е, чтобы пропустить. В общем, наш корабль-мамка попал на астероид, так сказать. И только, естественно, Бад его может собрать. Поэтому игрушка и называлась Grow Up, расти. Наш маленький Бадик будет расти. И, наверное, понемножку собирать корабль, который, вот видите, маленькими кусочками разлетелся по этой красивой планете. Я думаю, нам надо будет ее всю исследовать. Так, судя по музыке, игрушка позитивная. И мы будем ее проходить. Так. Кстати, да, люди пользовались... люди очень сильно жаловались... на то, что проседает FPS в игре. При любых настройках и при любых уровнях графики. И даже если у вас супер мощный навороченный компьютер, как бы игра не сильно получается оптимизирована. Так, загрузка. Планетарный обозревательный дроид. Давай, загружай под. Привет, ты любишь планеты? Я под, я люблю планеты, и оптику, и орбиты. Много чего. Привет, под. Нажмите Tab, чтобы использовать зрение под. Так. Ой, ты можешь видеть моими глазами, я в замешательстве. Подождите, это мы. Использую ВСД, чтобы осмотреться. Использую колесо прокрутки, чтобы приближать предметы. Я вот люблю планеты. Так, о, да, странновато. Я знаю, что это капсула. Давайте туда и отправимся. Защитный контейнер для хранения снаряжений. Ты можешь туда добраться? Да, я могу туда добраться, погнали. Так, нажмите Tab, чтобы закрыть вот, окей. Отправляемся вперед, ребят. Карабкаться с помощью кнопки мышки. Так. Так, ну... А, прикольно. Это у нас получается вроде как левая и правая кнопка мышки. Я сейчас пытаюсь зайти, что-то не... А, вот, нормально, все. Левая и правая кнопка мышки, это у нас левая и правая рука. Так, наверное, это мама обронила. Ох, мама, какая ужасная авария. Мы нашли кусочек нашей мамки. Так, давайте туда как-то запрыгнем, что ли.
Оу, есть. Ой, Флоракс, зло. Флоракс сканирует, фиксирует и воспроизводит ДНК полезных флороформ. По сути, он производит семена. Почти не отличается от Флоренс 2000. Флоракс 2000, но на корпусе... Так, умение. У нас появилось какое-то новое умение. Похоже на... Так, и что мы можем делать? Смотрите, показывают подойти к этому грибу. Ну, давайте подойдем. Возьми и нажми Е для сканирования. Так, это гриб. Не исследовано. Так. Что-то я не могу понять. Возьми и нажми Е для сканирования. Как взять-то? Может, руками взять? Сейчас попробуем. О, работает. Нужно взяться руками и нажать кнопку Е. Нажмите кнопку Е, чтобы бросить семечко. У нас очень маленький заряд батарейки. Так, стоять, вот. Подбросиновик, пружинящий гриб, хорошо для прыжков, а также обжаренный в масле, вроде бы. Так, я взял семечку или нет? Я могу его оторвать? Я не могу его оторвать. А, вот как. Я посадил рядом гриб. Я могу сажать грибы, офигеть. Круто. Так, хорошо. Что-то у нас там есть такое. Давайте переключимся, посмотрим. Мы здесь. Где наш следующий кусочек? Вот он. Значит, нам надо запрыгнуть наверх. Погнали. Бат, использую флороформу, чтобы добраться до подходящего камня. Так, нам надо посадить здесь гриб. Хорош. Прыгаем, цепляемся за него. Давай, так, ачик. Еще подтягивайся, оп. Подтягивайся, оп. Подтягивайся, оп. Давай. Так, я почти залез. Стоять, я почти залез. Давай же. По-моему, залез. Ну. Ой-ой-ой. Как я зацепился, круто. Так, нормально, ползем. Мы почти добрались, ребят. Отлично, ух ты, ну как. Ну тебе хорошо, а то я летать могу. Конечно, хорошо, хули нехорошо-то. Хорош, разгоняемся, прыжок. Очик. Чувствуешь себя прям с Сильвестром Сталлоне в фильме «Скалолаз». Хорош. Давай, еще чуть-чуть, ну уже. Я застрял. Хорош, отлично. Так, разгончик. Хач! Есть. Так, хорошо. Так, максимальная высота 51 метр. Чем выше мы... Чем мы выше, тем ближе к Луне. Хорошо. Чик, 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 чик. Давай, бадик, расти. Я знаю, ты можешь. Можно было, кстати, грибок построить, по нему забраться, но... Надо научиться ползать тоже. И в экстремальных ситуациях это умение очень пригодится. Так, мы практически добрались до нужного нам места. Стоять, есть. Так, нажми кнопку мышки, чтобы открыть капсулу. А, вот, вот так, да? Нам ее надо как бы тащить. Давай. Оу, я прибил себе по башке маленько. Давай. Ну уже, отходи, сейчас она упадет и ударит. Так, давай, бат, сюда нам. Так, что мы взяли? Под с ракетным ранцем, ты можешь летать, ну типа того. Прикольно. Так, подожди, это у нас семечки. Это моя рука. Возьми флороформу и нажми кнопку С. Что нам надо даст?
Так, что? Самоуничтожение? Так, я что-то не понял, каким образом мы можем летать. Это флоракс. Семена. Ладно, подождите, сейчас. Берем. И нажимаем кнопку С. Мы что-то утилизировали? А, вот. Мы немножко можем взлетать. Так, значит, получается, чтобы, так сказать, скушать этот гриб, мы подходим к нему, нажимаем кнопку С. Он уничтожается. И с помощью этого мы немножко можем летать, да? Ой, я падаю! Сейчас я попробую набрать обратно заряд и проверить, буду ли я летать без гриба. Все равно я могу немного летать. Так зачем тогда я делаю консампшн? Зачем я кушаю эти грибы? Непонятно пока. Так, что ты там нашел? Я здесь. А что на этом острове? Здесь пока, по-моему, ничего нет. Так, бат здесь, да? Да. Так, это наш летающий пацанчик. Испытание под. Вот куда нам надо добраться. Так, а это что такое? Это какой-то кристалл. Так, ну сейчас мы отправимся прямо, а потом отправимся вот сюда вот. Испытание под. Погнали, ребят. Так. Побежали. Бегу. Есть. Что ты нашла? Это звездный росток. Не знаю, откуда я это знаю, но тебе нужно вырастить его и забраться по нему вверх. Ты же помнишь, что нужно делать? Погоди. Бат, там наверху что-то есть. Давайте посмотрим, что там наверху. Ух ты. Это фрагмент нашего корабля, это часть мамы. Хорошо. Мы должны достать и доставить на Луну, починить маму. Да, почини маму, давай. Я буду записывать все, что ты найдешь. Окей. Параметры миссии. Вот, ага, максимальная высота 91 метр. Нам надо добраться до Луны. Мы можем собирать кристаллы, это дает нам уровень заряда и проходить какие-то испытания для костюма и бадов. А давайте найдем все части корабля и полетим на Луну и спасем маму. Используйте пробел, чтобы поставить отметку. Хорошо. Я же поставил метку, все. Так. Это нам вот туда же надо забраться, да? Так, что это полетело? А, это облака летают. Красиво. Так, мы можем поймать тебя, бабочка? Мы тебя можем поймать, нет? Нет, бабочку мы не можем поймать. Ладно. Я вижу какой-то кристаллик. Давайте туда попробуем долететь. Хоч. Есть. Тихо, тихо, тихо. Я чуть не улетел. Давай. Поглощай. Что это за кристалл? Я собрал кристалл. Кристаллы дают энергию твоим системам. Это как овсянка на завтрак, только жевать сложнее. Так, ну мы же пока нашли только один кристалл. Ого, как нам высоко надо добраться. Смотрите, ребят. О, нифига себе, просто офигеть. Так, нам сюда. Подожди. Главное не разбиться. Нам нужно исследовать эту флороформу. Так, берем ее семена. Вот, забрали с собой. Так. Смотрите. Оу! Ништяк. Забираем. Погнали. Нам надо наверх добраться. Оу, я нашел еще часть корабля. Погоди, она нам предлагает еще что, кое-что разведать. Давайте. Ого.
Катапультовое семейство. Давайте заберем. Туда мы и так доберемся. В рукопашечку. Хорош. Так, что это у нас здесь? Давай, ну. Что там? Нам надо открыть аббат. Так, оно нам говорит, что нам надо, наверное, развернуть эту штуку. Давай, так. Хорошо. Может, тогда он заработает? Это похоже на какую-то лампочку. Ну давай же ты, бат. О, есть, вот. Хорош, это полезная точка возрождения. Она возвращает вас обратно в игру. Понятно, если мы сдохнем. Вот и прошло сохранение, кстати. Это что-то типа чекпоинта получается для нас. Так, ну что, ребят, я предлагаю нам использовать катапульту. Использовать катапульту. Во. Тихо, тихо, тихо. Хорош. Погнали наверх. Сейчас залазим. Смотрите, видите, я выбрал катапульту, и на рюкзачке сзади стала иконка катапульты. То есть теперь мы будем видеть, что мы используем. Так, я пытаюсь забраться. Но чем выше поднимаешься, тем больше шатается эта шняга. Офигеть, как я высоко добрался. Кстати, я отсюда кристалл вижу. Если вдруг мы разобьемся. Так, я застрял на этой шляпе. Я... Подожди, нет, мы можем лезть дальше. Офигеть. Давай. Держись, отлично. Так, я думаю, нам надо пробираться туда наверх дальше. Ого, что это за странные звуки? Какая же красотища, это полигональная графика. И так прикольно все сделали, просто игрушка умиляет. Так, сейчас я попробую добраться как-нибудь туда. Давай, ну же. Оч. Есть. Отлично. Давай, забираемся наверх. Так. Сейчас мы заберемся на этот большое дерево. Я не знаю, что это за дерево или это камни. Попробуем там вырастить еще один росток. И очень надеюсь, что у меня получится то, что я задумал. Так. Кто это там издает такие странные звуки? Я с одной стороны и хочу познакомиться, а с другой стороны что-то сыкотно, да? Давайте низ. Ну уже есть, зацепился, красавчик. И, ребят, мы почти у цели. Максимальная высота 101 метр. Да, до Луны, походу, еще очень далеко. Так, тут я предлагаю выбрать росток. И поползти на нем дальше. Так, погнали. Что-то там такое интересное. Нам предлагает что-то забрать, да? Ладно, я сейчас сначала заберусь наверх, а потом, если что, лучше спущусь. Спуститься всегда будет намного лучше, чем просто подниматься. Так. Давай, отлично. Есть. Хорош. Давай, 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 еще чуть-чуть. Ну же. Оу, есть, мы перебрались на вторую. Блин, как же это высоко, а? Вот бы запрыгнуть на него, когда он еще только растет. И тогда он вырастет вместе с нами, а мы будем сидеть на верхушке. Может, кстати, так и надо было сделать, да? Вот, отлично. Ну, давай. Симулятор скалолаза. Так, давай. Ты почти дотянулся до сюда. Вот так. Есть еще чуть-чуть. Какой тут сильный ветер. Так, давай, бадди. Давай, бадди. Надеюсь, она не может поломаться. Зацепились, нет? Нет. Мы зацепились только за сам гриб. Нам надо повыше подняться. Еще повыше, давай. Давай же! Так, перехватывайся. Есть.
Хорош. Это какое-то странное растение. Возьмите сейчас для выращивания. Подожди, подожди ты. Так. Двумя руками надо взяться. Вот. Ну. Блин. Это всего лишь его камень. Стебель его. А нам надо вот за что взяться. Ох ты! Твою мать! Ты подкармливаешь звездный росток. Что я сделал? Ого! Как так? Нам надо брать камни, он вырастать будет еще выше. Звездный росток, один из пяти. Подожди, а я его исследовал или нет? Я уже думал, игра переключилась от первого... лица. Так. Погнали. Оу, да тут и наш друг. Вот. Давай. Мы почти забрались. Хорош. Так, что это за растение? Исследуй его. Ну уже. Не хочет? Ты морковку будешь исследовать или нет? Ладно. Что кинул гриб? Какого фига ты кинул гриб? Так, вот кристалл есть. Есть два кристалла. Так, давайте тут все откинем. Нам уже не помогают. Они как бы уже знают, что мы должны быть в курсе, что мы делаем. Так, мы взяли новое умение. Нажмите кнопку F в воздухе, чтобы использовать воздушные тормоза. Вот. Теперь мы можем приземляться и не бояться, что мы сдохнем. Сейчас попробуем взлететь. Давай. Так. О! Теперь мы можем парить. Хорошо. Переключимся и посмотрим, где мы сейчас находимся. Погоди, это слишком высоко. Так, звездный росток. Теплороутер. Тепло что? Теплороутер, да. Так, а мы должны отправиться к испытаниям. Подождите, здесь звездный росток. Там какие-то новые умения, а мы бы хотели отправиться вот сюда, вот, да. Тихо. О. Все, я поставил метку. Назад. Хватай ее. Полетели. Полетели, жуканский. Я могу тебя забрать себе в багажник? Ладно, одной рукой тебя буду держать. Полетели. Погнали, братишка. Я научу тебя летать, нам туда с тобой. Полетели. Оу, твою налево. Ты что творишь? Я думал, ты мне братишка, а ты не совсем братишка. Так, ребят, нам вот туда сейчас, кстати, лететь. Какая тучка. Так. Немножко ускоримся. Хорош. Еще разок. Так, стоять. Отлично. Теперь мы должны долететь четенько сюда. А, возьми флору для исследований. Обязательно возьму. Это какая-то булочка-ромашка. Медовушка. Так. Неизвестная флороформа. Подожди, он не хочет ее. Надо спуститься с нее. Подожди, вот. Давай. О. Так, это стреляет пыльцой. С поражающей... скоростью. Стреляет пыльцой, да? Ну давай, так постреляй. Что там? Что это такое здоровое налетело? Ого. Мы можем взлетать таким образом. Это что-то типа гейзера. Он может нас подбрасывать и очень высоко, между прочим. Так, хорошо.
Нажмите кнопку Е. Так. Под. Эй. Что надо сделать? Ну? Давай, я тебя пытаюсь опустить или что? Я что-то не совсем понимаю, что надо сделать сейчас. Так. Что это за точки такие? Есть. Смотрите, тут показывают какие-то нам стрелочки. Ну, давайте отправимся по ним. Так, рамочка, я вижу, одна есть. Сейчас забираемся. Хорош. Кажется, нам надо взлететь ввысь. Ну, давайте попробуем. Так. Еее! Что такое? Я не хочу разбиться. 22 секунды. Что они мне дают? Ну уже. Я добрался до туда, нет? Не совсем. Так, давайте еще раз попробуем. Давай! На всю максимальную мощность! Есть! Испытания мы не прошли. Нажмите Tab, чтобы пройти испытание еще раз. Так, я не успел прочитать. Что нужно сделать конкретно? Так, давай. Сейчас я подлечу к нему, к этому еще раз и посмотрю. Надо разобраться все-таки. Что здесь к чему? Так. Хоч! Я зацепился. Так, использую пробел, чтобы поставить отметку. Параметры миссии. Испытание, ну вот же оно. Не надо было, друзья, прыгать, оказывается, на этот, как его сказать, маяк. А просто надо было подойти под него и нажать кнопку Е. Всего-то делов, а я слишком все усложняю. Так, давайте, у нас есть новое испытание. Давай, 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 давай. Ну уже. Блин, ну не хватило же совсем чуть-чуть. Так, у нас есть еще пару секунд, пробуем. Так, летим, летим, летим. И давай, 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 давай. Давай же. Да что ты будешь делать, ну? Ну, бат. Так, ладно, так у меня не получилось пройти эту миссию. Ну, в жопу, короче, я. Так, погнали дальше. Наверное, мне не хватает заряда. Может, там можно подобрать где-нибудь батарейки, я буду летать намного выше. Тогда это будет сделать намного проще. Так, я двигаюсь вот к тому кристаллу, между прочим. Давай. Есть, отлично. Тихо, тихо, тихо. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Мы каким-то образом должны переместиться вот туда. Так что сейчас я посажу кое-что. А, вот оно и с кролика можно выбрать. Хорош. Есть такое дело. Залазим туда. Стоять. О, отлично. Погнали. Вот прям вот сюда. Вот прям вот сюда. Тихо, разворотец. Хорош, парашютик наш работает отменно. И чик. Есть. Здравствуй, дорогой. Третий кристальчик мы нашли. Так, быстренько глянем, где мы сейчас находимся. Что у нас тут есть? Испытание под, а вот есть умение какое-то. Вот сюда мы сейчас меточку и поставим. Нет? Да. Так. Где ты? Воу, нифига себе. Погнали. Ты кто такая, божья коровка? Смотрите, какая большая божья коровка. Хватай ее. Тащи ее в воду. Оу, я прокинул божью коровку. Ну, блин, ладно, все, сорян, сорян, да? Крабы, краб стоять. Стоять, краб. Погнали. Давай еще одного возьмем.
Давай еще одно возьмем. Стоять, братишечка, иди сюда. Я поймал. Тихо, 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 тихо. Давай же, ну. Хач, есть. Хорош, пошлите, братюни, я вас отнесу водичку. Скупнемся маленько. Жизнь ладится. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, хорош, вот. Не благодарите. Не благодарите. Я вернула вас в естественную среду обитания. Так, это у нас что такое? Не знаю, на что похоже. Наверное, помидор. Оставлю его здесь, хотя помидоры вряд ли бы так росли. Кактус исследуем. Что мы можем делать? Колючий кактус зеленый, как будто рассаду скрестили с ежиком. Забираем. Так, а это что у нас такое? Кажется, я понимаю логику. Это цветоклактус. Пиу-пиу. Хорош. Так. Где мы находимся и куда нам идти? Мы все правильно находимся. Нам надо будет забраться каким-то образом наверх. Смотрите, там есть кристаллик. Кое-что мне для этого пригодится. Так. Вот. Хорош. Залазим. Бурлящая лава. Давай. Опача, нормально. Включаем. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. И я. Есть. Тихо, тихо. Залазим. Двух зайцев одним выстрелом. И взлетели. Еще и в придачу. Так, новая флора-форма. Сейчас я попытаюсь тебя исследовать. Подожди. Дай забраться аж для начала. О, хорош. Так. Бочкообразный кактусоид. Сильный, крепкий, без мозгов. Спасибо. Так. Где наша метка? Я не понял. Умение находится здесь, а мы... Подождите, оно должно быть прямо перед нами. Тихо. О, вот оно. Тут, правда, темновато маленько. Ща. Хорош. Давай. Есть. Нажмите на кнопку С, чтобы трансформироваться. Ух ты, мы можем катиться теперь. Круто. Офигеть. А давайте попробуем сейчас скинуть вот такую штуку. Сейчас она нас подбросит вверх. Мы посмотрим, разобьемся ли мы. Просто интересно стало. Так, мы летим. Трансформируемся и... Оу, да. Хорош. Вау, мы еще и можем ускоряться, как Соник. Так, ну вот прыгать нельзя. В этот момент нельзя прыгать. Прикольно. Так, это круто, да? Смотрите, там что-то есть. Сейчас мы туда заберемся. Наверное, это типа сохранялочки. Так, я знаю, можно было бы и запрыгнуть, но я и так заберусь, в принципе. Мы уже ползать научились. Давай. Запрыгиваем. Откидываем. Откидываем тебя. Хорош. Давай, надо разложить ее полностью. Давай, бадди. Ну уже. Есть. И вот эту половинку тоже. Хорош. Я поищу другие телероутеры. Давай, ищи. Так, ну что, ребят, на этом наша серия подошла к концу. Игрушка прикольная. В принципе, я готов проходить ее дальше, если вам понравилось. Дайте мне знать об этом в комментариях. И мы дальше решим, что с ней делать. А на сегодня все. Это и была игрушка Grow Up. С вами был Элайт. До новых встреч. Всем пока. Что? Ты еще здесь? Ха-ха! Я не могу в это поверить. Да, ты! Пусть ты носишь блузки или платья. Пусть ты носишь майки и штаны. Лайкать и комментить не стесняйся. Ведь это я для тебя старался. Yeah.
Я буду рад. Фу-ху. Па-па-па-пау. Ха-ха-ха.